Для будущих чемпионов по футболу открыли спортзал на селе в Курманово Аргаярского района, где проживают чуть больше 2500 человек. Теперь мальчишки могут гонять мяч даже зимой. Подробности в нашем репортаже. Футболисты команды села Курманово одними из первых проводят тест-драйв нового спортивного зала. Здесь постелили новое дощатое покрытие. Оно не скользит и позволяет показать спортсменам лучшую технику. Сделали в зале и систему освещения и отопления. Обновления обсуждают в стороне легкоатлетки. Теперь можно тренироваться по вечерам и даже в зимнее время. А значит, спортивные достижения станут выше. На области участвовала, область выиграла, много раз призером была. Районка всегда первая. На длинные дистанции 800-1500. Что? Конечно, наверное, да, есть. Чтобы выступить на таких, в мире. Новый спортзал в селе Курманово Аргаярского района открыли в здании местного дома культуры. Оно было построено в 1987 году и с тех пор не ремонтировалось. В 2016 году в здании обновили фойе, кровлю и окна по программе «Единой России» местный дом культуры. Тогда председатель законодательного собрания области Владимир Мякуш пообещал жителям и новый спортзал. Ремонт сделали меньше, чем за год. Те ребята, которые сегодня перед нами выступали, они показали нам, что мы правильно ведем политику, мы делаем то, что нужно в первую очередь людям. Ну и на этом не останавливаемся. Мы сегодня договорились продолжить реконструкцию и ремонт второй половины. Это там дом культуры. В новом спортзале возобновили работу спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, тяжелой атлетике и даже секции по игре в лапту. Ежедневно в нем занимаются полсотни детей из села Курманово и соседних деревень. Эльвира Исмагилова, Егор Хвисюк, Павел Головин, ОТВ.